Дарья Егорышева пришла во дворец детского творчества 5 лет назад изучать основы журналистики в объединении «Серебряное перышко». Как говорит девушка, эти годы пролетели как один день. Жизнь воспитанников была постоянно наполнена событиями. Изучение теории под руководством опытного педагога, члена Союза журналистов России Татьяны Исаевой. Участие в различных конкурсах и фестивалях, написание статей, первые пробы в крупных телевизионных и интернет-проектах. Но время учебы позади, и Дарье пришла пора расставаться с любимым объединением. Смешанные чувства. Вроде как бы и приятно, но в то же время грустно, потому что не будет уже вот той теплой атмосферы рабочей, в которой приятно работать, хочется работать. Но начинается новый жизненный этап. Это объединение оставит у меня глубочайший след в сердце. И хочется сюда вернуться обязательно со временем, но уже с другим опытом, с другими силами и поделиться с младшим поколением. 21 воспитанник в этом году покидает стены Дворца детского творчества. По давней традиции для выпускников педагоги ДДТ устроили памятный вечер. В камерной обстановке проводили ребят во взрослую жизнь, высказали им пожелания и наставления. Те дети, которые присутствуют здесь, это вот, наверное, одни из самых родных, одни из самых работящих, да, которые самых таких детей, которые идут к своей цели, которые добивались, да, потому что ими вот вами гордится наш дворец. ДДТ – это история не только про творчество, журналистику или рукоделие. Здесь есть объединения, которые развивают инженерно-технические навыки, учат детей руками создавать изделия, например, модели кораблей и подводных лодок. Все вот эти 10-11 лет мне прививали вот это вот «хочу работать». Не только хочу смотреть на красивые вот это изделия уже к финалу работы, а хочу именно к нему стремиться, хочу вот копаться в этой мелочевке. В этом учебном году во дворце открылось новое объединение «Физика плюс». Им сразу заинтересовался Иван Ухабов-Богославский. В объединении молодому человеку помогли подготовиться к ЕГЭ по физике, который он совсем скоро будет сдавать. Уходя, у меня остаются знания и остается память о том времени, когда я и ходил и «Физика плюс», и с СССР-классского статуса участвовал в мероприятиях. Здесь есть отличные люди, педагоги. И все они являются, сказал, таким концентратом таких идей, которые будут актуальны очень долгое время, если не всегда. В конце вечера воспитанники и педагоги приняли участие во всероссийской акции «Сад Победы» и посадили во дворе перед ДДТ 2 куста сирени. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.